Более 250 спортсменок приняли участие в чемпионате и первенстве по художественной гимнастике «Весна Орловского Полесья». Мастерство владения лентами, обручами и мячами показывали участницы из Орла, Тулы, Белгорода, Курска, Воронежа и еще нескольких городов. Мероприятие посвятили годовщине воссоединения Крыма с Россией. Я сама из Крыма, и я знаю, как крымчане радовались, как я радовалась. Это вообще просто незабываемо, это очень трогательно. Наконец-то, вы даже не представляете, что такое потерять свою страну, свой дом, и вдруг в него вернуться. Это очень важно.